Спасибо, господин посол. Спасибо за ваше внимание, за встречу сегодняшнюю. Скажу вам, что для меня очень важны эти встречи. Сегодня мы находимся в активной стадии нашего сотрудничества. Сотрудничество по многим направлениям. Конечно, таким титульным проектом сегодня, если так можно сказать, титульным мероприятием будет открытие сквера против забытия. Это мой первый визит в Одессу. И я рад возможности встретиться с руководством и города, и области, с господином Трухановым, мэром. Мы говорили о сотрудничестве с Израилем, как с государством, так и с городом Хайфа, который является городом-побратимом Одессы. Ну, прежде всего, это экономическое сотрудничество. Я считаю, что израильскому бизнесу есть много что предложить Одессе, Одесскому региону. Это прежде всего сотрудничество в области сельского хозяйства, это водоснабжение, это сотрудничество в области медицины. Израильская медицина хорошо известна в Украине, и есть большой потенциал для различных проектов. И также тема безопасности, которую мы обсуждали. Обсуждали возможность проведения бизнес-форума здесь, в Одессе, возможно, уже весной следующего года. И также ряд других проектов, в том числе и проекты, связанные с увековечением памяти жертв Холокоста. Сегодня я был в музее Холокоста здесь, в Одессе, и мы говорили о новом проекте нового музея Холокоста, который, я надеюсь, будет создан здесь, в Одессе. Это необходимо, и это важно, конечно, для Израиля, это важно для Украины, для Одессы как города, и также о других проектах, которые связаны с тем, чтобы помнить о тех, кто погиб здесь в годы Холокоста. Многое в этом смысле делается и с помощью других государств, в частности Германии, в том числе и с помощью Израиля, мы готовы в этих проектах участвовать. И по линии городов-побратимов Одесса-Хайфа мы говорили о разных проектах, например, о проекте, который можно было бы реализовать в Хайфе. Это предложил мэр установить якорь сердца, это символ Одессы в Хайфе. Потому что в Хайфе есть очень много и выходцев из Одессы, и выходцев из Украины, которые хотят поддерживать связи с городом. И как города-побратимы, я думаю, что это еще больше свяжет эти два замечательных города.